Вот, значит, сейчас у всех история с самоизоляцией. И вот я думаю, что дома сидеть, прятаться от всех на 1.5 метра. Залезу-ка я лучше на гору, на 1.5 километра от всех подальше. И вот такая у меня самоизоляция на горе. Да не тут-то было. Залез я на гору, так и тут встретил уже друга, клеща. Вот, клещ Борька. Вот, и не дал он мне тут самоизолироваться в одиночестве. Так что везде природа найдет нам компанию. Всем здоровья и свободы, даже в самоизоляции.